Я очень рад посетить. Хотя, должен вам честно признаться, я в последнее время площадь открываю только для развлечения. По работе у меня сейчас больше нету. Но там детям показать что-то такое, сделать что-то, потому что я творчество. Да, я детей пытаюсь учить программированию, но это пока в самом начале. Между прочим, а Вадим Старыкин, который известный разработчик, который выкладывал свои финансовые отчеты в 2008 еще тогда, чем заразил меня. Сейчас обучает новичков. То есть у него есть группа, взрослые дети, и он прямо их с нуля учит, как делать все, включая физику, как свой маленький компьютер сделать. И это уже выразило. Он выложил уже отчет, потом теперь куда-то. Из группы 30 человек, там 18 дошли до финиша, и некоторые из них даже в общем, Вадим меня вот я учился. Вадим Старыкин. Он же парень. Вадим. Стандартный тесты. В общем, вступительное слово на там закончено, а теперь немного о себе. Я рост известен автор сайта «Точка прошитель». Также являюсь официальным менеджером группы пользователей «Амазон Флэш» в Украине. Вот у нас уже 48-я встреча. И... Да. На самом деле, за последние 3 месяца это... Я помню, когда я начал работать на ТВ, это 28 августа. На последней работе я... Видели, как лицо изменилось? Порядка полутора года, за это время познал цен этой страшной штуки, как книги, пересобрал парочку анекдотов. Очень полюбил разные контролированные штуки. Сегодня расскажешь про старт. То есть реально в Перми работал? На годик я уезжал из солнечного Киева в К тому же, Йоган Файн, про которого я сегодня уже упомянул, это же известный преподаватель по Java, по курсу, и у него книга Java для детей, которую перевели уже на много языков, в том числе русский, украинский. Так вот, Йоган Файн как-то объявил, буду делать по скайпу
это до сих пор не самый доступный. Да? Нет, история. Все, если вопросов нет, я продолжу еще на свое. Да. Я, к сожалению, не попал. То есть я так и не... Ну, в Луганске, получается, она конференция у нас не попала. Она была там один только раз. Ну, и ты там был, да? Да. Вот как пригодилось то, что ты расставил по твоей конференции. То есть я думаю, что ты похож на него? То есть, да, рассылка, но я еще возможность тебя и не так отправлял, вот, поэтому мы не можем и рассылка. Но ты получил от меня письмо, что да, будет встреча? Да, я получил два письма. Вы знаете, что я понял? Это вообще не про флеш. Email маркетинг самый мощный маркетинг. Из класса там через социальные сети раскидывать. Ну, непонятно, там люди, может быть, и не зашарят. Мы же 48 встреч, 7 стоит. А кто делал, когда была первая?
встреча, пятая встреча, это если на машинах не про Петровск, там, из Хальки. Ну, идеально. Там за 800 гривен ехал на такси. Это нужна база. Сейчас, конечно, это даже не тут, поэтому приходит до пастыри. Берешь скидмейл, пишешь, что ты пишешь. А то есть, вы были дальше. Спасибо, что пришел. Там значочки, списочки. Ну ты на фликсе делаешь собиралку, да? Сырой дарить, да? Там обмен с сервером. Это интересно. На самом деле, то есть, ты знаешь, что интересно, что сейчас Лекс проекты продолжаю это сказать. То есть, не раскрывая коммерческих секретов вашей фирмы и заказчика, просто как ты будет еще работать как Лекс сейчас, если ты запустил TextJS, и результаты у тебя визуально идентичны, то есть даже скинование, да, то есть JavaScript-овая версия полностью как TextJS. Скажи, по времени на это, человек, который позволит мастерам, главное перекрыть. Ну да, скажем так, все уже уловили настроение, что предлагаем вам JavaScript. Хорошо. Ну, спасибо. Подожди. Thank you.
конференция, которую делает Сергей Гончаров. Но она не 16-я, по-моему, а 11-я. В общем, будет онлайн-конференция с Адобе, но не скажет, как называется... Да, сейчас в Рубе, вот он прямо с Адобе. Я побежал, я просто на пути попросил, пробочку
у меня, ну скажем так, по себе на следующем я не мог поехать, все, все поменялось, и теперь я могу ехать. Теперь это не дело. Она еще хотя бы своим мозгом, она уже сидит на этот группу. Или так вот. Или вот так. И вообще, к чему я повезу, что я не летаю, и на мой проект нужен программист. Прежде всего программист. Очень хорошо, если это будет флешер. Идеально, если это будет спектр. Поэтому, если у кого-то действительно нет желания, то очень, это действительно проблема, потому что мы уже 2 недели ищем человека, очень это тяжело. Как мы уже обсуждали, кто-то там где-то умирает, кто-то на очень популярности пользуется, но нам нужен. Если это даже просто, конечно, программист, это уже хорошо. То есть, допустим, мы вот даже если не сюда сейчас не имеет работы, если есть хороший опыт программирования, есть желание работать с большим числом, то это гарантия, что мы так рассмотрим. Пока что у нас нет капитала, которого вымышляли реально. Поэтому я просто действительно обратить внимание, и там кто-то помочь нам. И если есть желание, то прийти на наше собеседование. Вот такие ссылочки. Я вот сейчас, я думаю, мы сейчас это вот закончится, и я где-нибудь убежать, все. Я вам дам контакт. Проще всего, если как бы даже мы внезапно это забудем, где-то один кто-то, есть там дело HR, там и так далее, оставьте резюме, я флешер, я знаю, вы ищете флешера, но я еще узнаю, но я думаю, что... Андрей, давайте я скажу вам, что из формального описания этой вакансии известно мне. Cash settlement payment. Ну хорошо. Developer manager new enhancement to the current CSPT application suite that provides a new event-driven user experience. The primary interface is being written in Flex with backend transaction services provided by Java Web Services. Вот последнее, оно имеет какой-то... Скажи, это банкинг? Это банкинг, мы же сказали. Это стандартное виды приложения. Кнопочки, кредит, фильтр, все. А если кто-то хочет всю жизнь посвятить там дейму, то вам это нужно делать. Но если вы хотите там просто даже... Например, я очень рад, что я попал на этот проект. Я до этого программировался, я по-другому понял паттерны после работы на этом проекте. Команды, все это я пересмотрел, и я очень рад, что это попал. К сожалению, сейчас нет тех программистов, которые у меня пришел, но проект был интересный с точки зрения. С точки зрения как бы развития себя как универсального программиста, конечно, не плачь. Буду рад. Мы делаем запись этого. Можно вырезать кусочек, где ты рассказываешь о проекте, просто опубликовать в сети свои статьи. Они смогут просто из этого видео узнать, что требуется. Ну, реально требуется третье. Это был бы идеальный вариант. Но если на флешера подойдет любой флешер, если не найдем флешера, подойдет просто программист, который не против программировать на флешере. Так обычно и происходит. Какой там реферал бонус? Я, честно говоря, не знаю. Я вот только сейчас, когда сюда уже пришел, вот мы поговорили об этом, я подумал, что если бы я попал в эту среду, где флешеры сконцентрировались, и надо, наверное, как-то это... Друзья, я после встречи разошлю вам контакт Андрея, да? Да, и вы сможете там, если вам интересно, пообщаться. Насчет реферал бонуса, я что-то скажу. Я приводил в контору и Пашу, там было $300, мы их поделили на троих, выпили, все. Потому что Макс тоже принимал в этом участие. Если бонус будет, я его даже поделю. Нет, честно, мне эти бонусы как-то... Это если бы этот бонус давал к зарплате какой-то там, я бы, конечно, никому это не отдал. А так это единоразовое, я за этим даже не могу. Окей. Жень, спасибо. Спасибо.
через он давай Пожалуйста, пару слов об этом. Ну, у меня вот еще вопрос к G. Да. Я тоже пробовал нормально вроде бы, но... Это то, что хотел сказать я тоже. Более того, разработчик MLRDS является третьим. Да, ну так, вот нам, короче, многие моменты, короче, взяты и так далее. Но тут вот есть этот момент странный, что в интернете почему-то не хотят использовать MLRDS, а смотрят это типа Я вчера просто разговаривал с людьми, которые на проекте, и они почему-то отказались от Angular и смотрят по Node.js, а тут по карте Node.js. Но надо понимать, что Node.js это уже давно раскрученный Node.js, и Angular относительно него, который мы еще не успели наделать таких огромных тяжеловесных контролов, похожих на флексовые. И поэтому он выглядит не так убедительно. А ведь на самом деле, тут есть еще один момент. Приложение в целом меняется. То есть, если раньше было нормально посадить юзера через какой-то огромный конфликт, сказать, давай, искать, там, работать, сортируй, то сейчас это уже не нормально, user experience поменялся. Поэтому enterprise тоже меняется. Нужно делать удобные приложения, как бы простые, даже для enterprise. И Angular будет в этом смысле удачнее. Которые тоже там куда-то вместе, что-то разрабатывают. В Android есть свои компоненты, такие игрушки, которые ты пытаешься использовать. Мне интересно, в дальнейшем пришло, как это все будет вместе видеть. Отдельные компоненты на что нельзя, есть отдельные компоненты, которые ты могу вместе на Android. Как это помочь сильно использовать? А посмотрите, это опять проблема, когда выходит новая версия SDK, новая версия Angular, вам все перепишет. Это не может быть удаление. Новая версия еще в опять не появится на всех браузерах сразу. Это еще это печально, на самом деле. Она не улучшает меня, это ухудшает. То есть смотри, во флексе ты используешь компоненты, которых нет в браузере. И ни у кого не возникает вопрос. Точно так же варику на руку. Используешь все это против браузера. Ну вот мне хотелось бы, чтобы именно по такой системе. Следующий.
слишком далеко вперед. Дарт это, ну, хорошо, но пока что слишком, это как факт. Ну, там пока пока кровь подходит. Ну, вот здесь это потом транслируется, я вас понимаю. Прошу вас. Поскольку тема связана, да? То есть вы плавно переходите. Вы его начали использовать до того, как Angular JS вообще-то? Ну так, на горизонте. Нет, уже позже, но Angular он как-то часто сейчас. Я об этом и говорю, что ну, тогда, может быть, и появился, но еще не был реально популярен. Просто трудно об этом.
Я сделал
начинал с разработки Unity, и где-то в 2009 году я узнал, что это еще можно получать Unity. Сразу бросился писать, и были выпущены несколько вполне успешных книжек. После этого, ну, с помощью Коделя они были поданы. Я где-то 3 года занимался разработкой книжек, и потом постепенно начал понимать, что Кодель надо уходить и заниматься этим самому, например, все это дальше. Сейчас же, уже ближе к 2013-2014, появилась тенденция под минус 7 на третьей. Я начал рассматривать другие платформы, попробовал выпустить проекты через сайт на Android. Точно так же попробовал HTML5, продал игру впервые. Ну и сейчас нахожусь в таком разделении, даже все-таки направить свой взгляд и с такой платформы работать. Unity пробовал? Unity пошупал, но проект не выпустил. Пришлешь мне ссылку на ту систему для образования? Да. Но она закрыта, но я могу написать не так, хорошо, давайте следить за временем. Спасибо большое. Кто сам сериал? Ты работаешь на проекте Феррари? Проблема не в люксорте, проблема во мне, что я никак не дойду. Да, я не понимаю, кстати, я хочу провести. Thank you.
Харьковском сети радиоэлектронной. Да, вот меня тут агитируют как бы за счет краски, я так понимаю, полулекции сделать. Я пока изучаю. Интересно, может быть, кто-то здесь есть, но тоже копается. Знаешь, как я запишу про тебя заметку? Сделай доклад по факту. О, нет. Лет 75. Сделай доклад по краске, ты у нас в следующей встрече. Я бы сказал так, что краски, не только краски, только функциональные вещи, функциональных языков, такие как иммутабельность, такие как там монады, например, плюс возможность работать с параллельным выполнением. Например, очень сухо, например, для Java, там осторожно. Как СТМ, такие как промисы, те же пикторы. Конечно. Ну, кстати, вот на докладах с твоей точки зрения интересно подумать, что ты как начинающий пастырь будешь еще полезен другим начинающим. А, это да. Одно дело рассказывать тебе о том, 5 лет пастырь и все, глубины. Насколько, а сначала... Насколько имеется в виду, наверное, насколько тяжелый порог входа в это. Да, вот это вот. То есть ты получил, хорошо? Да, для меня, тяжело, но по себе могу сказать, лучше взять, купить книгу. Там всего их от силы 2-3 толковые, которые все знают. Вот, и тупо прочитать, выполняя задания. Вот, не лениться, выполняя задания. Вот, понимание, понимание только так может прийти. Вот, через руки, через... Ну, я все, повторяю, я в процессе сам. Хорошо, спасибо. Где применяется? Применяется. Я, честно, я повторюсь, больше с теоретической точки зрения, как вы изучают концептуальные вещи, такие как мутабельность, мутабельная коллекция, которая позволяет пользоваться, например, очень красиво распараллелить твой алгоритм. Да. Да, да. То есть те же монады можно использовать не только в пастыре, они там когда-то были сделаны, вот, но сейчас уже есть реализация для любителей. Да, конечно. Вообще скала, как кто-то рассматривает, как пастырь по Java. Ну да, есть системы, в ядре которых им нужно какой-то математический алгоритм, который как бы уже написать именно. Ну, где практически, вот мы, наверное, сейчас услышим. Поэтому я сразу а смотрю, изучаю Angular JS, это проб,
перешел на Android? Нет, я не только на Android, а на Android. Вот вся эта тревога ради этого романа. Спасибо. Просто перестаньте использовать слова ваши. Я уже скрипт, потенциальные инвесторы, типа, что вот сейчас. Я использую. Ищет этот application. Да. Не говорите слова плач. Просто надо, как бы, спрашивать. Я зовут Сергей, я всем понятно. Да, я уже недавно,
что он разумеет. То есть серьезный комп он один как человек. Да. Его можно применять во многих вещах, если это просто прототипом, потому что это нужно для продуктивного. Один из главных выводов нашей встречи, он оглашает хорошо все, кроме того, что ему приходится называть хорошо. Я думаю, что люди, которые знают, что Спасибо.
То есть ты попал сразу на игры? И как сейчас у вас? Вы продолжаете делать наши игры, Facebook, все нормально? Да. Ну что же, будем считать, что все, кто хотел использовать шанс первого на публичное выступление в своей жизни, использовали его. Кто еще хочет такого бойца, это вы делаете книги, а это не было. В общем, ребята, спасибо вам. А ты вас один? Да? Я тебя не узнал, я смотрю, где ты? Кто-то сидит там вообще так выглядит. Ты из отпуска приехал? Да. Ну, здорово. Ну, ладно, я тебя понял. Правильно, не правда. Меня зовут Питер Кума. Я уже год не проходил. О, Боже! Ты работаешь на Linux? Нет, к сожалению, не работаю, но проект стал устраивать. А с чего вообще тут коротко? Сделал эмулятор питона на JavaScript, потом это совсем не ответить, просто пишу.
продолжил. Я никуда не отзывал, там последняя задача была, ты свой телефон и имейл вставляешь в объект, его подходишь, и отзываешь. Ко мне перезвонили, по-моему, через 2 часа после того, как я отправил. И я пришел на следующий день, сказал, что все, завтра можно пройти, я говорю, эти 2 недели надо не диплом защищать, запиливать надо диплом. Я знаю, так что это было. У них не было обработчика на ту ситуацию, когда им сделал задание, а у них уже там человек работает, и не было обработки как раз. Реально, они не доделали немножко свою систему. Ну, я думаю, что а кто вы? Немножко потерял просто информацию. По поводу того, у нас там может быть такой штраф. Не, ну, это было реально в неделе по защите, я еще до фильма. Так, ну, это же клуб анонимных Midnight Cooper. А еще ты один из самых постоянных и наших известных участников. И при этом еще и страшный. Страшный просто. Да. И я пишу, что можно. Это свой точный брал. Проект, на котором сейчас работаю, тоже называется Бога. Спасибо. Друзья, закончилась наша сессия нано-докладов, которая не все были нано. И до пинта осталось 20 минут. За это время Лена расскажет все про питон, что она хотела рассказать. Все про питон, что можно рассказать. Или это уже слишком мало? Расскажи.